Ребят, перед началом этого ролика хотел бы перед вами извиниться за то, что в прошлом ролике, где было 22 кило, было очень много ботов. Я не знал, что в Дуо даже есть боты. Думал, что там настоящие игроки, может быть, там неопытные. Но оказывается нет. Вы очень много написали под прошлым роликом, что я не умею играть, я играю только с ботами. И поэтому в конце этого ролика я играл в рейтинге. В принципе, в этом видео вы увидите, как попасть в нычку, где вы набрали 1000 лайков, а также новые нычки. Ну и в принципе, смотрите этот ролик до конца, он получился очень крутым, и заранее вы можете поставить уже лайк. Вам приятного просмотра. Ну чё, ребят, можете, когда хотите. Сейчас я вам скажу, как я попал в ту нычку за 1000 лайков. В принципе, если честно, я попал в нее случайно. Я не думал, что вы даже наберете 700 лайков, но вы набрали 1000 лайков, и поэтому это видео будет очень крутым. После этого мини-бага я вам покажу еще одну нычку. Но сейчас под музыку смотрите, как я попал в ту нычку. Я думаю, каждый из вас пытался попасть на кран, но у него это не получалось. Либо он просто не долетал, либо он просто пролетал мимо какой-то текстуры. Хотя вроде бы смотришь, есть текстурка, а пролетаешь, ее нету. Я сейчас вам покажу, как залезть на этот кран. В чем прикол? Это можно считать за мини-нычку. Почему? Потому что вы здесь можете хотя бы, ну, отождать, допустим, до топа 8. Да, здесь можно спокойно взять так. Смотрите, как нужно лететь. Нужно, чтобы вам просто повезло с самолетом. Чтобы вы просто долетели, да и все. Дальше, если у вас получится залезть на этот кран, то все, вы упали в нычку, и вы можете сидеть тут, ну, буквально 2 минуты, пока не найдет первая зона. А если вам повезет с зоной, то, в принципе, вам очень повезло. Да, конечно, здесь минус этой нычки в том, что как у вас получится в нее залезть. И, естественно, все зависит от зоны и зависит от того, как вам попадется с маршрутом самолета. Вот как вам нужно не попадать. Нужно аккуратно залезть и целиться именно в кабину, а не на верхушку. Потому что вы попадаете просто сквозь текстурку. И здесь не нужно прыгать, просто можете посмотреть. Потому что малейший шаг, и вы просто вылетаете отсюда, можно так сказать. Вот сейчас вам пример, как, собственно, не нужно делать. Обалдеть, серьезно? Блин. Тут вообще идеально просто. В любом случае, вам придется спрыгнуть с этого крана. Если вам повезет, вы найдете здесь аптеку, а также какое-либо оружие. И, в принципе, вы здесь можете полутаться. Как видите, уже выживших осталось 25 человек. И вы, в принципе, таким способом можете брать топ. Естественно, если вам повезет с зоной, и, естественно, если вы сможете сюда забраться. И надо учитывать то, что маршрут самолета всегда разный. И, в принципе, давай посмотрим со стороны, как это смотрится. Вас, в принципе, даже отсюда и не увидишь. И тем более, кто будет смотреть снизу на кран? Так, все, давай, это единственная попытка, нужно попасть. Так, все, еще далеко, чуть аккуратно на себя, вот так вот, как велосипед в подъезд заводишь. Аккуратно, надо, давай, 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 чуть-чуть. Идеально, идеально, сейчас получится все. В кабину целиться, блин, на себя. Блин, хоть попасть, хоть попасть. Все, да, рель попал, похоже. Так, все, пролетаем и попадаем. Что? Бля, как? Ну и давайте, в принципе, я вам еще одну нычку покажу. Нам добавили стену, и поэтому здесь можно залезть в эту нычку. Я ее давно показывал, у меня эта нычка есть на канале. Я решил просто вам показать, что можно со стены сюда тоже залезть. Нычки я вам все показал, и давайте пойдем в рейтинг. Так, ну что, ребят, вот теперь мы и в рейтинге. Давай посмотрим, сколько я здесь сделаю киллов. Здесь, как вы говорите, здесь нету ботов. Как вы это определяете? То есть, если показывает значок этот глазика, то есть за тобой когда следят, значит, это настоящий игрок. Вот сегодня посмотрим, как я играю. Так, заберу пистолет. Посмотрим, как мне повезет с оружием, естественно. Пока одна фигня, но М14, в принципе, достойное оружие. Хоть и многие говорят, что это фигня, но она дамажит неплохо.
Это как СКС-ка почти. Так, давайте заберем просто. Не будем брать АК. Так, фигня, понял. Так, побежали дальше, посмотрим, что тут у нас будет. В принципе, если даже я не возьму топ-1, то я буду стараться играть теперь уже на рейтинге, чтобы всегда были настоящие игроки, а не боты. Вот. Так что это, наверное, будет последний раз в том видео было, когда я играл с ботами в классическом. Просто почему играю с ботами? Потому что мне легче показать для вас какое-либо оружие, обновление, показать ее во всех, так сказать, красках. Так, Витюка, сейчас мы его убьем. Сейчас мы убьем. Давай, ну же, убивайся. Какого? Смотри, как это машет, фига на... Пипец. Мне что, хэдшот дал, что ли? Прикиньте, мне Светухи хэдшот дал. Слушайте, ну, конечно, по 34 урона оружка мало накидывает, но у него, наверное, был броник. Я в этом уверен. Так, давайте заберем автомат, естественно. Он, наверное, мне с СВДшки втащил. Давайте заберем СВД себе, аптек, если позабираем. Ну и парочку гранат возьмем. Так, вот, в принципе, убил уже одного. Это не бот. Видите, там глазик торчит, значит, это не бот. Как вы сами-то говорите. Так, а это что это? А, это этот. Что это за коробочка? Что это такое? Он не пускает, прикиньте. Это что, текстурка даже? Сломайся. А, это схрон? Это у него, что ли, было, да, у этого чувака, что ли? Что-то я не понял. Давайте взорвем его. Может, откроется, кто его знает. Ну, а что? Обалдеть, она даже отбила. Нет, не взорвался. Ладно, понятно, короче, это фигня какая-то. Блин, ну, почему у меня нету вот этой карты срона? Блин, ну... А если бы, допустим, чувак бы открыл, я бы... Или он открыл уже его, я не знаю. Не знаю, наверное. Ну, скажите, в описании мне напишите, там это, в комментах. Открыл ли этот карту схрона или нет. Так, давайте посмотрим, что у нас еще на верхушке было. Дробаш просто берем. Кстати, у меня еще спас 12. Это обалденное оружие, как вы знаете. Оно нормально так тащит. И урон, кстати, у него дальние снаряды пулей летят. Вот, так что вместо дробажа, мне кажется, берите лучше спас. Так, пойдем, короче, дальше и посмотрим что-нибудь. Может быть, у нас есть на ангарах, может, там что-то интересное будет. Ну или может мы кого-то там убьем. Не знаю, посмотрим, как выйдет. Еще хочу сказать, что я уже наконец-то накопил 5000 золота. А это значит, что у меня будет скоро новая гильдия. У меня, получается, будет две гильдии. Одна с аккаунта, где компьютер, я играю там с него, обычно стримлю. Ну и с телефона будет гильдия еще одна, будет создана очень скоро. Так что пишите ники. Там никого нету. Пишите так, что ники обязательно в комментариях. Я надеюсь, что вы уже поставили лайк, и будет очень круто, если вы подпишетесь на канал. Конечно, я думаю, что это меня смотрят зрители, которые уже на меня подписаны. Вот. Но вы не забывайте нажимать на этот колокольчик, потому что уведомления приходят только когда вы нажимаете на него. А так вы так будете спустя, не знаю, неделю смотреть мои ролики. Еще, ребят, хотел бы сказать, чтобы вы это видео смотрели в наушниках, потому что микрофон в телефоне почему-то начал искажать звук именно записи голоса. Я не знаю, с чем это связано, но лучше смотреть это видео в наушниках, так как там, по-моему, звук не так сильно искажается. Вот. Также еще бы вас попросил, чтобы вы писали обязательно ники в комментах, чтобы я, может быть, из этих комментов возьму себе несколько игроков в гильдию себе. Потому что это гильдию мы будем выдвигать, ну, может быть, там в топ-50 хотя бы войдем, может быть. Так, короче, пошлите на вышку, сейчас посмотрим, что тут у нас есть. У нас тут рабаш опять, понятненько. Так, что-то у нас бронежилет, и тут у нас ничего нету. Понятно, короче. Слушай, ну, СВД, конечно, крутая. Так, что я не могу пройти? Я понял, опять эти текстурки, блин. Ну, почему? Все, отлично, могу выйти, отлично. Все, я вышел. Пойдем, наверное, сейчас бежим. О, грибок. Пошлите его сожрем, короче, это мухоморчик. Да? Да, это мухоморчик. Вот. Надеюсь, что вы обязательно поставите лайк за этот видос, потому что он просто получился обалденным. Вот. Даже если я не возьму тут топ-1, то я могу в следующее видео взять, допустим, если напишите Dex Go топ-1 в рейтинге, то я буду пытаться брать топ-1 в рейтинге, как бы вот так вот. Вот. Сейчас просто хочу показать то, что я играю на рейтинге, и мы все типа, ну, вот так вот. Короче, вот. Просто надеюсь, вы сейчас смотрите это видео. Вот, просто на это надеюсь. И в комментах напишите, на какой минуте вы... За какую минуту вы смотрели этот ролик? Вот так вот можно сказать. Типа, до конца смотрели или не до конца смотрели. Вот. Это тоже будет очень важно. Пошли, короче, сейчас, не знаю, там полутаемся где-нибудь. Кстати, тут можно залезть еще. Дуло, отлично. Не, за задехи, в принципе, я могу твинсика, вот. Но тут настоящие игроки. Вот, и уже осталось, в принципе, там сколько, 17 живых.
Да, 17 живых, обалдеть. Так, тачку, слушай. О, так, тихо, подожди. Подкрадываемся, подкрадываемся. Тихо, сейчас атака будет, атака, побежали. Тачка еще одна. Погнали, пацаны, рашим. Раз, два, убил. Давай, 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 это, хэдшот, хэдшот. Порвал, хэдшот. Убивайся, давай. Давай, убивайся, на. Охереть, ой. Обалдеть просто. Видали, как я затащил? Так, короче, что у них тут было? Забираю все. Все-таки я не буду брать корять, потому что помню ту ситуацию, когда у меня был АВМ и дробаш, и меня там, короче, отпинали, потому что у меня был куст, и как бы АВМ с ближнего боя не такой, если там нужно с прицела стрелять. Короче, сейчас, наверное, выкину что-то у меня в рюкзаке, сейчас посмотрю, и, в принципе, поеду на тачке кататься дальше. Так, что у меня тут, давайте в рюкзаке откроем, посмотрим. Рукоятку давайте поставим и выкинем первое и второе. Вот, короче, едем сюда, посмотрим, что кто-нибудь будет, может, тут. В принципе, привлекаем все внимание. Кстати, ой, ё, так, вижу-ка. Подождите-ка. Это, наверное, настоящий игрок. Бот так, ай, блин, бот так не стреляет хорошо. Так, ребята, у меня, короче, идеальный план. Я сейчас кидаю машину, он отвлекается на нее, а я ему даю хедшот. Потому что он выглядывает, значит, 100% на, блин. Дай, да, есть, иди, хедшот. Вот я и убил. Так, ребята, кстати, смотрите, обращайте внимание на эти значки, на эти глазики, точнее. Вот, видите, их 4, уже 3. Вот, то есть за мной следили, это значит не боты. Здесь вы не будете писать, что это боты, а то я уже устал. Так, давайте, короче, тут посидим, потому что я боюсь, что меня зона сейчас отпинает. Осталось уже 13 игроков. Возьму я топ-1 или не возьму, фиг его знает, но что-то мне уже тут страхово стало, потому что, ну, реально, да, ты чувствуешь, что игроки лучше, но за мной наблюдают уже 3 игрока. Это же капец, серьезно, что ли? Так, надеюсь, сейчас у меня зона уже пройдет, а то она бабахнет сюда еще. Ну а кто его знает? Обычно всегда так, когда ты снимаешь видео, бабахает зона по тебе. Вот. Что я хочу сказать, что у нас сейчас 17 900 подписчиков, осталось 100 подписчиков, так что кто новенький, обязательно подписывайтесь, потому что осталось 100 подписчиков, можно добить 18К, это вообще просто будет обалденно. Вот. Так что обязательно подписывайтесь, ребят. Все, зона закончилась, сейчас можно пойти этого чувака и полутать. Так, сейчас что-то у меня зависло. Алло. Крайне лагай. Все, пошлите, короче, лутать его. Так, давайте, ребят, посмотрим, что у него тут находится. Так, броники, естественно, заберем себе. Так, аптеки, блин. Слушайте, наверное, все-таки надо скинуть этот автомат. Скинь, давайте, что-то не нужно. И возьмем аптечку хотя бы. Ну, одну хотя бы, даже это достаточно будет. Так, мы поползли, в принципе. Что тут у меня еще? Ну, давайте это выкинем тоже. Возьмем еще одну аптечку. Все. В принципе, ну, блин. Тепловой прицел, обалдеть. Ну ладно, пожертвую. Ну зачем мне тепловой прицел сейчас, действительно, зачем? Короче, выпрыгиваем. Пошлите, может быть, возьмем тачку? Да, так мы и сделаем. Сейчас надо посмотреть еще, куда там зона упала. По мини-карте чекнуть, что там происходит. Так, куда? Ох, ё. Так, идем сюда и полетели, короче. Берем тачку. Поехали, слушайте. А у меня такая идея. А давайте сейчас поедем и вынесем вот эту машину синюю. Она, по-моему, она же быстрее. Значит, мы доедем, ну, будет у нас скорость, а преимущество по скорости. Давайте, блядь. Сейчас, давайте сейчас. Знаете, как? На, один раз тащил, вылетел, да ну. Так, сейчас давайте с разгоном как-нибудь. Сейчас отъеду назад чуть-чуть. У меня водительские права есть, ага. Так что нормально все. Так, давайте еще толкнем. Вот, на. Четыре. Она застряла, блин. По-моему, я ее не вытащу. Давайте сейчас попробуем. Может. Да, блядь, да вылезает. Йо. Ё-моё. Так, ну, поехали. А, да? Значит, поехали, да? Ну, ребят, ну, блядь, ну. Какая-то фигня, серьезно? Тачка застряла. Я не в ту сторону. Короче, ладно. Зона поехала, надо убегать сюда. Давайте. Ой, блядь. Вы видели, как я сейчас выехал? Это же обалдеть просто. Так, погнали, короче, в зону будем ехать. Вот. Обязательно, ребят, ставьте лайки, это просто помогает. И комменты тоже помогают очень сильно. Вот. И надеюсь, что вы добьетесь эти 18К. Потому что я уже скоро приеду, а значит скоро может будет стримаки, но это не точно, вот. Но то, что я скоро приеду, это да. Так, поехали, короче, сейчас куда-нибудь спрячемся. Хотя, давайте доедем до аидропа, вот это вот, до этой метки, вот, поехали, короче, да. До желтого луча едем, короче. Вот сейчас дрифт сделаем такой небольшой, так вот. Ну, бывает, ладно. Кстати, я на этой же дороге, помню, когда перевернулся 100 раз. Вот, так, блед. Слушай, почему я так делаю? Ну, блин. Слушай, я мастер, ладно. Давай посмотрим, что тут у нас есть. У нас полутали тут уже. Слушайте, а давайте залезем наверх. У меня такая идея крутая. Давайте подождать. Это же обалденно просто. Так, ё-моё. Так, давай. Блед.
Аккуратно. Блин. Аккуратность — это мое второе имя, ребят. Есть. Запрыгнули. Отлично, я сейчас буду как этот, как Санта-Клаус из трубы выбрасывать, короче, гранаты. Вот так вот. Давайте поджидать, что хрен ли. Не знаю, остался 5 живых. Убить их, наверное, даже будет очень сложно. Потому что тут рейтинг, и все ныкаются, как обычно. В домах сидят. Ну, я так думаю. Собака такая. Спалила мне летающая фигня. Блин, наверное, надо все-таки его убить. Слушайте, он-то меня палит, а других-то не палит. Он за... Все, короче, козел, знаете, раз, два. Да, наконец, неужели я его убил? Так, все, короче, будем сейчас поджидать. Хотя, что-то мне кажется, что нужно лучше уходить и идти в безопасную зону, так сказать, вот. Мы можем посидеть, кстати, смотри, как он так красиво прям. Блин, СВД, вот какая она крутая, слушайте, обалдеть. Поставили бы по кому-то еще бы, это будет вообще круто. Но я думаю, что никто сюда не придет. Вот, я единственный, кто остался с битой. Никого я все-таки не словил. Я ниндзя, блин, конечно, плохого левела. Вот, не прокачанный ниндзя еще. Так, короче, давай сейчас спускаться будем, наверное. Ну, блин, так опасно, слушай. Я боюсь, что я столько хп сейчас потеряю из-за этого. Так, а может и перепрыгнуть? Ну, ладно, давайте аккуратно это слезем. Как-то аккуратно. Угу. Да, придется. Слушайте, вот а что лестницу не сделают? Где лестница? Блин, ладно, пофигу. Аниме, погнали. Блин. Ай. Пипец, минус хп просто. Тебе кулутаем, короче. Сейчас он меня сожрет. А нет, я успею, я успею. Так, давайте перепрыгнем. Садимся в мою эпичную тачку от Бэтмена, короче. Да ёп. Так, все, едем сзади, короче. Ну так, я так обычно езжу, короче. Не переживайте, я не врежусь никуда. Наверное. Так, поехали, сейчас в зону заедем куда-нибудь. Нормально. Так, нормас. Так, давайте повернем еще немного налево, направо, точнее, берем. Вот. Слушай, наверное, где-то надо тут развернуться. Так, все, идеально. И можно сейчас прямо где-нибудь сейчас поехать. Давайте доедем такого туда, до зоны. Все. Отлично, идеально. Сейчас поехали вперед, короче. Осталось сколько там людей? Обалдеть, 3 игрока. Слушай, ну я что-то чую, что я не возьму топ-1, потому что я какой-то непонятный вообще. У меня оружие, если честно, такие себе. Лучшее оружие, мне кажется, это скар брать, естественно. Плюс тепловой прицел. Вот. Так, короче, давайте кинем тачку сюда. Так, о, как она это, эпично полетела. Так, давайте пойдем, короче, чекать. Стоп. Мы один на один остались? Так, блин, короче, я понял. Сейчас будет или топ-1, или я тупану как-нибудь там и сам себя еще отпинаю. Всякое такое может быть. Короче, надо... Сколько там? 44 секунды, окей. Где-то чувак, вообще непонятно. Не видно его. Кстати, ребят, я, по-моему, в это видео, наверное, вставлю новое интро, которое я сделал, точнее, не сделали, вот. Так что обязательно оцените его. Вот, и скажите по 5-бальной ли, какая это интрошка. Понравилось вам или нет? Так, а я, короче, буду тихо подкрадываться. Не могу найти этого чувака. Давайте контрат или аэродроп вот тот. Ну, я хз. Если остался чувак один на один, значит, он опытный. Да или ему просто повезло, как мне. Ну, может, просто катался на тачке и так же приехал. Кто его знает. Давайте-ка мы залезем сейчас на крышу. Ой, я думал, я не попаду. Так, куда попасть? Блед. Ой. Так. Слушайте, я вообще какой-то... слушай, я играть вообще не умею, по-моему. Так, давай, прыгай. Отлично. Сейчас скоро домой приеду. Нормально будем играть. Вот. Так, давайте как-то искать чувака. Вот. Где это тут может он бегать? Я хз вообще. Не видно. Кстати, кран. Слушайте, а прикиньте, если кто-то залез бы в эту нычку. Прикиньте, мы бы сейчас как ему повезло бы с зоной. Даже обалдеть. Вот так бы он бы сейчас бы топ-1 бы, может быть, и занял. Прикиньте. Да, он в зону попал. Да, он бы в зону так попал. Слушайте, сейчас он дойдет, посмотрим, куда он попадет. Ну, Рили, смотрите, прикиньте, если он там. Не, он не может. Так. Туда он упал, я понял, хорошо. Давайте сейчас перепрыгивать. Ну, я понял. Прокурист тоже из меня никакой. Так, давайте зайдем сюда. Может быть, не тут. Я вообще шаги никакие не слышу. Тут нету. Тут его тоже нету. Но если даже не возьму топ-1, ребят. Все равно ставьте лайк обязательно, это будет очень круто, если вы набираете много лайков. Так, и я еще планирую скоро новое видео, еще одно сделать крутое. Но вот, когда оно будет, может через 2 дня, может так вот как-то. Так, короче, ищем его, но я не могу его найти. Блин, я не знаю, откуда он может прийти. Так, а тут почему-то нету сетки. Интересно.
Блин, не вижу. О, вон, прыгает. Вон, это летающая рыбка. Давайте, втащим. Давайте, хедшот. Все. 47. 47. 47. Блин. Я... Ладно, я знаю, где он сидит. Сейчас я его смогу отпинать. Наверное, смогу отпинать. Если я сейчас сам не тупану. Блин, хоть бы он не кинул гранату. Он же отвлекался, наверное, 100% уже. Блин, сейчас выбежит, как этот. Блин, кинул гранату, все, побежали. Так, отлично. Все, кинул гранату. Кидай еще одну. Блин, зона. Побежали, короче. Все, в бой. Блин, ай! Втащил. Сам себе. Втащил. Блин, вот я, конечно, мастер. Ладно, ставьте обязательно лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока.